Привет, меня зовут Александр Селезнев, я кондитер, но им я стал не сразу. Раньше у меня тоже пригорало тесто, торты не получались, а шоколад таял. Хотите узнать, как я научился справляться со всеми этими проблемами? Я расскажу вам об этом в своей программе. Привет, в эфире «Сладкие истории». Сегодня в программе. Вы не забыли, что мы делаем? Нет, я не забыли. Печенье с арахисом. Печенье с арахисом. А какую форму имеет печенье? Форма кольца. Кольца с арахисом. Молодцы. 300 граммов сахара, 130 миллилитров холодной воды и агар, который уже набух. Все это ставлю на плиту и увариваю до 110 градусов. В суфле можно добавлять все, что угодно. Вы можете добавлять сюда нугатин, халву, ягоды, все, что хотите. И тогда она у вас будет уже совсем другого вкуса и цвета. Сегодня я научу вас правильно готовить торт «Птичье молоко». Для начала нужно будет приготовить тесто. Тесто не совсем обычное. Это не совсем бисквит масляный и не совсем песочное тесто. Я сейчас вам покажу, как оно готовится. Берем 100 граммов сливочного масла размягченного и выкладываем в комбайн от шефа. В масло мы добавляем 100 граммов сахара. И сейчас нужно будет масло с сахаром взбить до бела. Желательно, чтобы сахар полностью растворился. Потом сюда же мы добавляем 1,5 яйца. Если в рецепте написано 1,5 яйца, это значит 1 яйцо и 1 желток. Продолжаем процесс взбивания. Итак, масло с сахаром и яйцами мы взбили. Теперь берем замесочное блюдо и просеиваем сюда 140 граммов муки. Итак, взбитое сливочное масло с сахаром. Яйцом мы добавляем в муку. Но когда вы добавляете ванилин, обязательно нужно следить, чтобы не переборщить, иначе будет горечь. Буквально на кончике ножа. Все это перемешиваем и замешиваем тесто. Все-таки я уберу на некоторое время в холодильник для того, чтобы масса немного подстыла. Тесто постояло в холодильнике и слегка застыло. Смотрите, но еще не окончательно. Если вы все-таки спешите, то добавьте немножко муки. Но не переборщите, потому что тесто будет потом дубовое. Тесто мы делим на 2 равные части и раскатываем их в круги. Торт я буду делать небольшой, диаметром 18 сантиметров, и готовить я его буду в силиконовой форме принцесса. Тесто мы раскатали. И сейчас нужно будет вырубить его по диаметру формы. И теперь выкладываем тесто на противень и ставим в разогретую духовку. Многие ставят холодную духовку, и потом тесто получается кирпичом. Всегда в разогретую, до 220 градусов ставим тесто и выпекаем 8-10 минут.
Ну и пока выпекаются коржи, я займусь суфле. Как я уже говорил ранее, суфле готовится на основе агара. Можно, конечно, на желатине, но на агаре получится намного лучше. Агар, он сильнее желатина в 5 раз. Агар – это высушенные водоросли, и разводятся они холодной водой, так же, как и желатин, но набухают они в течение 30 минут. Также мы берем 300 граммов сахара, разводим водой оставшейся, я буду варить сироп в кастрюле таплую. Значит, 300 граммов сахара, 130 миллилитров холодной воды и агар, который уже набух. Все это ставлю на плиту и увариваю до 110 градусов. Ну, а у нас уже коржи готовы. Пока варится сироп, мне нужно будет отделить 2 белка. Сироп варится, белки готовы, но параллельно мне нужно будет также взбить сливочное масло со сгущенкой. Мне понадобится 200 граммов размягченного сливочного масла и 100 граммов сгущенки. Так, сироп закипел. 3-4 минуты, и он будет готов. Как только сироп закипает, мы начинаем взбивать белок. Вливаем кипящий сироп во взбивающийся белок. Делаем максимальную скорость и тонкой струйкой вливаем. Теперь тесто нужно будет вырезать чуть меньше, чем диаметр силиконовой формы. Белок уже почти остыл. Сейчас я попробую. Он уже не горячий. Достаточно густой. Угу, отлично. И сейчас нужно будет во взбитый белок добавлять взбитое сливочное масло со сгущенкой. Можно прям так брать и ложкой есть. Итак, выкладываем наполовину формы суфле и равняем. В суфле можно добавлять все, что угодно. Вы можете добавлять сюда нуготин, халву, ягоды, все, что хотите. И тогда она у вас будет уже совсем другого. Я займусь глазурью. 100 граммов горького шоколада я ставлю на водяную баню и растапливаю его. Смотрите, сюда я налил горячую воду, закрываю крышкой и ставлю сюда шоколад. Он может стоять и растапливаться. Он почти уже растопился. Значит, на 100 граммов горького шоколада мне нужно будет добавить 10 граммов растительного масла. Торт застыл. И теперь нужно будет извлечь его из формы. Так, шоколад мы растопили. Торт глазировать лучше на решетке. Для того, чтобы лишний шоколад у вас не потек по столу, вам нужно будет взять большую такую емкость, поставить решетку, потом торт, и только потом заливать шоколадом. И шоколад весь будет стекать сюда.
Рецепт птичьего молока и многих других десертов вы сможете найти в моей новой книге «Советские торты и пирожные». Ну а сейчас в нашей постоянной рубрике «Сладкие легенды» традиционно... А сейчас мы вместе с начинающими кулинарами Антоном и Ильей будем готовить одно из самых моих любимых печений, которое называется «Кольца с арахисами». А для начала нужно будет взбить сливочное масло с сахарной пудрой. Как мы будем взбивать? Ну, наверное, с помощью вот этой вот штуки. Правильно. Ты тоже так думаешь? Да. Правильно. Эта штука называется комбайн от шефа, потому что она помимо того, что взбивает, она также еще и измельчает. Есть еще ножи там специальные. И режет очень быстро и очень мелко. Итак, нам потребуется 230 граммов размягченного сливочного масла. Давай, Антон, бери силиконовый скребок и выкладывай сливочное масло сюда. Итак, 230 граммов размягченного сливочного масла и 155 граммов сахарной пудры. Бери сито и просеивай. Только сыпь сюда. Ложку ванильного сахара. Обязательно нужно добавить также щепотку соли и одно яйцо. Ну, давай потихонечку пока перемешиваю так. А я пойду к Илье. Он у нас выдавил уже лимонный сок. Скучаешь или все запоминаешь, что мы делаем? Все запоминаю. Молодец. Так, Илья, нам нужно будет, так как это печенье, сливочное масло с яйцом, с сахарной пудрой, добавить муку. По рецепту идет 415 граммов муки. Ну, 400 граммов, чуть-чуть больше. А муку нужно будет обязательно просеять. Ну, все, уже, в принципе, уже не надо, смотри. Масса взбилась идеально. Молодец. Пятерка. Так, Илья, ты уже определился, кем ты будешь в этой жизни? Угу. Да?
И кем же? Ученым. Ученым? И какую науку ты будешь изучать? Пока не придумал. Пока не придумал. Ну, хорошо. Ты в школу уже ходишь? Нет. Нет? Ну, потом, когда будешь изучать географию, историю, физику, химию, потом будешь определяться, да? Угу. Молодец. Итак, мы с тобой выдавили лимонный сок не зря, а для того, чтобы гасить соду. Нам нужно будет взять пол чайной ложки соды. Смотри. Видишь? Угу. Но соду мы не сразу добавляем в муку, а мы ее гасим лимонным соком. Для того, чтобы сода потом не скрипела в печенье, это делается обязательно. И гасится либо уксусом, либо кефиром, либо лимонным соком. Держи. Теперь что мы делаем? Вот эту взбитую массу, сливочное масло с яйцом, с сахарной пудрой, ванильным сахаром и солью, нужно будет переложить в муку и замесить тесто. Давай, наверное, все-таки это доверим Илье. Ты не против? Нет. Нет? Антон, а ты уже определился с выбором профессии? Да. Кем ты будешь? Я хочу быть пилотом. Пилотом? Да. Пилотом чего? Самолета? Да, да. Самолета. Ты не боишься летать в воздухе? Не, не боюсь. Да? И как ты планируешь это сделать? Пойдешь учиться в летное училище, да? Да, пойду, а потом, наверное, потом в институт, и потом, наверное, потом уже в летчике. Ага. Подожди, ты не только вот так мне. Смотри, давай я тоже туда залезу, покажу тебе. Вот так. Перемешивай. Так, чтобы все продукты соединились. Угу. Давай. Ну что, понравилось тебе? Угу. Так, Антон, давай ты помеси, чтобы вся наша энергия детская перешла в это печенье. Потому что через тепло рук, через настроение все передается в то, что мы готовим. Сейчас тесто мы поделим на два кусочка. Каждый из вас будет раскатывать. Чуть-чуть подпыляем стол мукой. Также сверху это уже делаем. Наверняка все знают. Что? Наверняка все знают. Все знают. А ты знал об этом? Да. Да? Откуда? Бабушка делала. Так. Бабушка так делает? Самые вареники. А, бабушка вареники делает. Тоже подпыляет стол мукой, да? Угу. Молодец. Клади тесто. Сверху тоже, давай, чуть-чуть муки. Можно вот так чуть-чуть рукой. Оп. Только немного, слегка. Все-все-все, хватит. Теперь мы берем скалку. Видишь, какую скалку? Волшебную. У нее ручки вот так крутятся. Вау! Видел? Угу. Потому что если возьмешь обычную скалку, то ручки там не крутятся. Ты будешь вот так катать. А здесь ты можешь вот так держать, и валик крутится, а руки остаются на месте. Можно мне? Конечно. Давай. Сначала здесь попробуй, потом туда. Слишком тонко раскатывать не нужно. Толщина должна где-то быть примерно 0,5 сантиметра. А что мне теперь делать? Теперь я вам раздам вот такие кольца. Замечательные кулинарные кольца, которыми можно вырубать все, что угодно. Когда вы делаете печенье, вы, допустим, делаете какой-нибудь салат, можете сюда выложить, поднимаете, и он у вас держит форму. Но сейчас мы будем вырубать. Смотри, берем за верх и вырубаем. Давайте сначала сделаем вот эти три печенья и потом продолжим. Смотрите, у меня есть вот такое замечательное кольцо рифленое. Видишь, это нож. Мы берем вот так аккуратненько и делаем бока рифлеными. Вырубай сердцевину. Илья, ты вырезаешь края. Молодец.
Ваню. Могу вам их отдать с собой. Заберете, да? Но с пустыми руками я вас не отпущу. У меня есть для вас подарки. Вот турбоизмельчитель, которым вы измельчали арахис, должен быть обязательно у вас у каждого дома. Ну а ланчбоксы вы подарите своим мамам. Хорошо? Или можете брать, допустим, с собой обеды в школу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся и увидимся ровно через одну неделю на телеканале «Домашний». Пока-пока-пока.